Смотреть прямо. Ого. Офигеть. Так точно. Блок С, встань. Так, парни, сюда, пошли. Готово. Блок С закрывается. Шевелись. Почему именно нас? У нас костюмы даже другие. Это им с рук не сойдет. Четверо в клетке. Да долбани ты его, блин. Да ладно. Я хотел увидеть того, кто пришел убить меня. Миссия остановить вас. Все, звук отстает. Убить. Не думаю, что кто-то расстроился бы. Здесь, в Атласе, мы не прощаем провалов никому. Я расстроен. Трое из моих лучших наемников так опозорились. Ну, значит, так тому и есть. Зерна от плевел, сильные от слабых. Древние спартанцы понимали, что такое война. Но мы забыли об этом на 2000 лет. А твой сын, Уилл, он зерна или плевелы? Уилл стал жертвой бездарной политики американского правительства. Он умер за то, во что верил. Суть в том, что даже умерев за идею, ты ничем ей не поможешь. Ты не молод, но ты сильный, Кларк. Ты будешь истекать кровью минут 20. Хватит, чтобы понять, стоило ли оно того. Ой-ой-ой-ой-ой. Блудный сын вернулся. Я верил в тебя. Я дал тебе второй шанс. А, я так и знал. Давай, помогу тебе. Собираем его. Идти можешь? Остановите Айронса. Я конец. Тихо. Мы уходим. Все уходим. Я его взяла. Ладно, иди за мной, только тихо. Блин, а пушки, вот вообще пушки не суждено подобрать? Офигенно. Патрон, что ли, нет? Да не может быть, как они нас охраняли.
иду. Давай. Куп, давайте помогу. А, ну ты же Рэмбо, сам справился. Нет, я... Размерчик подходящий. Хватай его экзокостюм и ствол. Нормально, чё. Ну, сойдет вот. Хоть. С одним крылом ты не перезарядишься. Береги патроны. Бери новый, когда эти отстреляешь. Готов? Да. А сколько патрон дают? 15. Похоже, выход наружу. Илона, сюда. Митчелл, бегом к пульту, открой дверь. Скорее! Да чё ж ты подойти-то не можешь? Эх! Бросить оружие! Я буду стрелять! Назад! Ничего, ложи! Оставайся там! Бросай! Что случилось? Дверь заперта. Назад! Чё так патрон чё? Мало, ёпта. Постарайся подняться, мы найдем другой путь. А, у него типа рука или чё, я не пойму. Митчелл, пошли. Да, у него что-то с рукой. Офигеть. Ясно. Насколько я знаю Илону, она захватит наверху спасателя. А ты же руку вроде... Он уже ему руку вроде не отрубал. Он просто ее ждать. Подолбил по руке, и все мне показалось. Хм. Странно. Мантикора наносит удар. Он запускает ракеты. Багдад — это только начало. Да ладно. Насколько я знаю Илону, она захватит наверху спасательную машину. Мы заставляем ее ждать. Ну-ка, стоять. Мантикора наносит удар. Он запускает ракеты. Багдад — это только начало. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Офигеть. Крупные города. Запуск меньше, чем через 2 часа. Твою мать! О. Без паники, всем заткнуться. Да. Эх. Илона, сюда! Проклятье. А? Дверь заперта. Попробуешь ее... Последняя часть. Чисто. Вот оно. Будущее по Айронсу. Он свихнулся. Будь я проклят, если мы допустим, чтобы это сошло ему с рук. С дороги! Пошел! Ну, быстрее, давай. Пошли, пошли. В башку ж попал. Так. Держись, Митчелл. Куда-то побежал я... А, вот так. Спасибо. Пушка, тут 12 часов. Офигеть.
Чувак, ты где? Типа я зачищаю? О, а здесь можно прицелиться. Ну, более-менее нормально. Так. А, давай вот бамс. Надо двигаться. На землю. Полегче, давай. Господи. Эй, ты. Не вздумай шевельнуться. Назад буду стрелять. Открой дверь. Откуда бьет мантикора? Откуда? Командный центр Атласа. В городе. Люк, пошел! Иду. Где мы? Я не вижу. Вот это нехорошо. Эх. Что за... Проклятье! Надо найти выход! Смотри! Шахта! Там, под вагонеткой! Митчелл, помоги! Давай сдвинем вагонетку! А, типа мне кнопочку нажимать. Толкай! Прыгай! Сюда! Как ты увидел-то, я не пойму. Шевелись! Да. Давай, друг. Да ему одной рукой тяжело же, блин. Черт, Митчелл! Есть! Чуть не поджарились. Да уж. Так, ну чё? Это что такое еще? Получше что-нибудь дайте. Или это просто пистолет? Там свет. Мы почти вышли. Надо предупредить штаб о запуске мантикоры. Это он. Я нашла машину. Трейлер возле северной стены. Отлично. Мы уже в пути. Скорее. Кормак совсем плох. Сюда! Хочешь подраться? Открывай дверь. Вертушка! Вот мы на чем полетим! Я вижу а если вот... Нормально, я считаю. Ой, эти бронированные, ё-моё. Противник справа. Нафиг. А, в голову быстрее валится гораздо. Даже, мне кажется, вот эти, да? Ещё проверим. Да, в голову нормально так. Блях ты, муха. Круто. Ну, видимо, может, у него рука просто не функционирует. Я не знаю точно. Может быть. Смотрю. Тут хватит мантикоры, чтобы ударить по всем крупным городам в нашем полушарии. Нужно найти Илону и Кормака. Пошли. Куда? Готов? Да, всегда готов. Пошел, давай! В вертушке!
Долби гадов, давай. Всем, кто меня слышит, это Страж 2-1, вас не слышу. 2-1, это Кингсбен. Я уже умный тебя потерять, солдат. Айрон планирует в ближайшие 2 часа применить биологическое оружие для удара по крупнейшим городам. Ясно, вы у нас на радаре. Высылаю поддержку для МГ. Кингсбен, как слышите? Держись! Офигеть. Эх. Поднимайся. Осторожно. Кажется, о, работает. Включай ручное управление. Вот это нормально. Просто идти, видимо. Ништяк, сколько очков опыта мы за это получим, ёб. А, перегрев типа, да? Или чё так? Он перегревается иногда, видимо. Так, ты мне, чувак, объясни, куда мне идти. Ведь забреду сейчас куда-нибудь. Так, ну здесь, я думаю, нам... Хотя нет, почему? Может пройти. Я стреляю очередями, ну, прокликма очередями, потому что все-таки перегревается, я так понимаю, быстро, да? Куда побежал? Упали вот эти. Так, а еще пушки есть какие-то? Тут нет, только пулемет, да? Ну ладно. Это было бы, если бы гранатомет. Че вы стоите? Лучше бы свалили. Ой-ой, нифига их тут. Кран как взорвать или что это такое? А, не кран, по-моему. А, пробить стену, да с удовольствием. Давай, чувак, я тебя... Я вас... Ох ты, вас тут несколько, я вас прикрою. Давай. Бабах. Корпус поврежден. Давай, офигели. Офигеть. А можно в ближнем бою? Чё за... Какого фига? Что с ними делать-то? А, все. Они слабенькие. То, что мы, да? Ух ты, они еще гранатометами. А как они так делают? Я тоже так хочу. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста. Не хочу, не хочу дохнуть. Тварь подохнет и есть. Yeah.
бах, 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 Халк, бежи, давай. Эх. А я стрелять что ли буду? Надеюсь, мы не опоздали. Надейся. Да, всего одно очко нам дали. Ну ладно. Чё качать-то будем? Давайте уже одно потратим уж вот на это и всё. Далее. Блин! Вот не нужны мне тут тормоза еще. Нет. Нет. Не уходи. Мы почти на месте. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Уже недалеко. Давай. Нет. Кормак. Эх. И что теперь? Пора с этим покончить. Только мы можем помешать Аренсу запустить Мантикору. Нас трое. Против армии. Самоубийство. Все верно. Но ведь он так бы и сделал. Ладно. Есть идеи? Одна. Конечно, я. Ого. А что, мы в скелете в этом пойдем? Круто. Должно быть так. Такой план мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механическими костюмами, которые мы нашли на базе. Мы должны были прилететь на дронах. После этого нам оставалось рассчитывать только на себя. Страж 2-1.